Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 20 сентября». Сегодня появилась такая информация, что отцы троих детей теперь могут быть демобилизированы. Сегодня Рада приняла соответствующий закон. Автором выступил народный депутат Гончаренко. Сложилась непростая ситуация. Есть такие случаи, когда мужчин мобилизировали, а после этого у них родился третий ребенок. Фактически они должны быть демобилизированы. Однако на практике этого не было. Закон вносит все нужные уточнения, заявил Гончаренко. То есть теперь, если мужчина был мобилизирован, и после этого у него родился третий ребенок, значит, он будет иметь право на демобилизацию. Наверное, сейчас многие мужчины начнут делать третьего ребенка. Я на связи, как информация будет обновляться, сразу же буду сообщать. До встречи, всем пока.